Каждый год в стране становятся сиротами примерно 10 тысяч детей. Такие цифры приводят в Минсоцполитике. Но все больше украинцев приобщается к обществу усыновителей и опекунов. Именно для них уже много лет по программе масштабного проекта «Сиротству нет» проводят тренинги. Как отыскать в своем сердце место для любви, узнавали наши корреспонденты. Большая А и маленькая А. И маленькая, молодец. Из интернатного учреждения Вику забрали с множеством диагнозов. Девочка сначала боялась даже приемной мамы. У ребенка в 3 года было развитие как в 1 год. Сейчас она знает весь алфавит, все цвета, считает, отнимает, отдает. Анкету доченьки, которой уже 5 лет, Светлана нашла на сайте «Сиротству нет» фонда Рената Ахметова. Вот в тот момент, как увидела, сердцем родила и все. Но так бывает не всегда, говорит психолог Любовь Лариашвили. Полюбить ребенка с первого взгляда приемным родителям иногда не удается. Мы планируем быть родителями, становимся родителями, мы ждем любви. И нам иногда кажется, что это вот что-то такое, вот я и дочка, у нас секретики, мы пьем чай, и все так мило. А в жизни все по-другому. Трэш, она чай не хочет. У меня нет времени на этот чай. Родитель говорит, я не понимаю, любовь есть или нет? Светлана приехала на тренинг, чтобы поделиться с другими собственным опытом. Уже много лет такие семинары, вебинары, консультации проводит благотворительный фонд Ахметова. Не называется сегодняшняя тема семинара. Любовь от головы называется она сегодня. Осознанная родительство. Они, как супергерои, экстерном осваивают профессию адвоката, врача, психотерапевта. Приемных родителей испытывают на прочность каждый день. Пришла моя девочка, и пошел такой отжиг, конечно, яркий. Вот как мы с мужем встряхнулись, мне 44, ему 49. Я говорю, мы, считай, не жили вообще с тобой раньше. Дети пришли в эти семьи из хаоса. Для них важны правила, но не жесткая дисциплина. Стоит всегда привлекать малышей к своей деятельности и погружаться в их. Сюда приезжаешь и отдыхаешь душой, просто радуешься, заряжаешься энергией, позитивом. Всегда очень интересные темы. Специалисты фонда реально слышат, это все помогает развить семейную форму и предотвратить то, что есть, социальное сиротство. И это, правда, большая работа фонда. На всеукраинском портале усыновления папу и маму ждут более 5000 детей. Почти вдвое больше уже нашли родителей, которые отыскали в своем сердце место для любви. Накапливать вот эти хорошие моменты, а потом выяснится, это и есть любовь вообще-то. Юлия Меншакирова, Владимир Конопля, телеканал «Донбасс».